Теперь ровно руль. Ровно руль. Еще чуть-чуть влево можно. Человек совершил остановку-стоянку на перекрестке улицы Гавана, Лонжероновская, возле линии желтого цвета Н4. Соответственно, парковка возле этой линии запрещена. Получает постановление со штрафом в размере 255 гривен. Так. Часто ставят? Очень часто. Это вечная больная тема вот здесь. Все идут люди отдыхать в город. И, к сожалению, тем, что парковок мало в городе, проблема с парковкой. Люди стоят на перекрестках, в результате чего возникают пробки на этом перекрестке и так далее, не могут маршрутки нормально поехать направо, там, соответственно, тоже. В итоге мы эвакуируем, работаем по данному факту, люди оштрафованы. Если машина будет существенно преграждать движению здесь на перекрестке, то она будет направлена на эвакуацию. Присутствие хозяина. Ну потому что мы его банально не сможем дождаться. Не дожидаемся хозяина. Ну стоим 20 минут, 30 минут до машины. Хозяина нету. Что? Надо его отправлять на штрафную площадку, потому что машины идут, поток идет, пробка.